В Музее истории и культуры поселка Малаховка открылась выставка картин «Красота в деталях». Сотрудники учреждения собрали в одном помещении работы местных художников, созданные за последние десятилетия. На выставке представлено около 30 картин разного жанра и техники выполнения. Это лишь небольшая часть собрания живописи из фонда музея. Есть художников даже вот с Москвы, с Московского союза художников есть, которые выставляли в нашем Малаховском музее. Мы делали им персональные выставки, и поэтому они нам с удовольствием в дар предоставили свои работы. И вот таким образом у нас собралась такая коллекция. Мы продолжаем собирать какие-то вот работы, которые нам дарят с удовольствием художники, делаем им выставки персональные.